Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагдропчик. У меня на балике 42 965 рублей. Этот балик у меня остался с прошлого видоса. Мы там вышли в плюс на 2000 рублей, но получается почти на плюс 3000. Но мы вначале были в полном дерьме, еле-еле откомбэчили и вышли в маленький плюс, и я уже этому безумно благодарен. Ладно, полетели со старта, откроем кейс GG пожар... А, так этот кейс, кстати, я смотрю, убрали, да. GG пожарный мы, походу, не откроем. Ну ладно, тогда давайте стартанем с кейса с подарками. Я раньше всегда начинал с этого кейсика, и надеюсь, он прямо в начале меня хорошо купит. Так, первый сейвдов отлично, хорошего качества падает, 2800. Но вроде как это должен быть плюс, я прав? Ну да, но не бешеный, плюс 100 рублей. Но ничего, самое главное это просто начать видос в плюсе, даже на 100 рублей. Ибо как ролик начнешь, так его и закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также за каждый депозитный рубль вам дают один спипоинт. Вы можете вот сюда вот как всем прийти и зайти в снежную битву и потратить свои спипоинты на то, чтобы кидать снежки в рандомные окна и выбивать скинчики. А в среднем отсюда можно забирать еще где-то от 10 до 30% к депозиту. У меня были моменты, когда мне падало прям очень хорошо, и я там лутал по плюс 50% к депозиту. Бывали моменты, когда падало процентов 10-12, ну тут все решает рандом. Но нам, кстати, упало вроде неплохо, я думаю, процентов 15 мы получили, последние два скина более-менее стоят. Еще у них есть марафон, вы можете выполнять задания, подниматься в таблице лидеров и забирать призы. Также барабан бонусов первый раз крутите, если просто регайте по моей ссылочке в описании под видео, а второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халяву тоже можете забирать. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы, давайте сейчас тройнем магический, посмотрим, как он вообще сегодня нацелен выдавать. Ну, 4200, неплохо, это плюс на сколько у нас? Ну, почти на 2000, отлично, давайте еще один. Так, 3400 и 4100. Слушайте, а магический сегодня прям выдает. Отлично, еще один. 3700, опять плюс. А мне нравится открывать этот кейс. Ну, 1800. Ну ладно, мне кажется, мы максимум отсюда уже забрали. Так, окей, сейчас предлагаю уже чуть-чуть порисковать. У меня просто балик большой, я могу себе позволить. Давайте карточку за 4000 вот сюда. 4600, отлично, это плюс, хоть и не бешеный, но самое главное, что плюс. А теперь можно VIP Colors пооткрывать, красный, одну штуку за 5555 рублей. Самое главное, если сейчас упадет какое-то дерьмо, это не заигрываться, радиационная опасность. Но если прямо за бода 100 трек, то будет стоить до хрена. 9200, отлично, вот это меня устраивает, на балике уже 57 тысяч, мы уже подняли, плюс, сколько, плюс 15 тысяч рублей к балансу, отлично. Так, окей, хорошо, сейчас предлагаю тогда какой-нибудь... Не, на закаленный за 10 тысяч рисково, давайте попробуем еще раз не красный, а желтый откроем за 6666 рублей. Давай, родной, вот ты тоже мне выдавай, хорошо, я больше вип-калов возвращаться не буду. Бульдозер или не бульдозер, золотая спираль, сколько ты стоишь? Ну, 6 тысяч, еще один быстро, если падает говно, то успокаиваемся. Падает говно, облом, 2400, можно попробовать апгрейдиком до 7 тысяч рублей, чтобы откомбэчить то, что мы потратили на кейс. Если выиграем, то просто продаем. Ну, кстати, слушайте, как будто бы шансы имеются. Апгрейдик мы выигрываем, отлично, продаем. На балике 57 кусков. И я предлагаю сейчас чуть-чуть уже, ну, менее рискованно подкрывать кейсики. 2024, 5 штук на 10 тысяч рублей. Так, а пустынный повстанец, это хорошо. Еще пустынка, так, авик и фамос. Ну, 9900, в принципе, неплохо. Давайте продадим и откроем еще 5 штук. Но мне нравится, что мы, когда открываем дорогие кейсы, у нас супер быстро открываются бесплаточки. И с этих бесплаточек можно, ну, если повезет, 1010 где-то забрать. Так, 11 тысяч, давайте еще 5 быстро. Я хочу чекнуть, что у нас по бесплаткам. 9100, а по бесплаткам, ну, почти все открыты. До элитного осталось открыть кейсов на 27 тысяч рублей. Давайте еще 5. Так, 11 тысяч, отлично. Еще 5, так, 10800. Ну, нормально, нормально, мы более-менее в нуле остаемся, но самое главное, фармим открытие для бесплатных кейсов. На балике 58 тысяч, отлично. И пойдемте лутать всю халяву с бесплаток. Если что, пацаны, бесплатные кейсы тут открывайте постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Так, с элитного падает неоновый гонщик. Если прямо с завода, то стоит 1004. Можно прямо с завода по-братски. Ну, 3800, отлично. Мы уже прибиваем 60 тысяч рублей на балансе. Так, теперь платиновый. Ну, платиновый в среднем выдает от 2 до 3. 2600, отлично. Хоть и по 2000 говна упало, но хорошего качества. Так, ну со всех остальных бесплаток уже что-то обычно супер жесткое не падает. Но всю халяву забрать все равно стоит. Так, лабиринт. И дальше у нас бронзовый, каменный, ржавый. Давайте также быстренько откроем. Так, невозмутимость продаем. И остались у нас два кейсика. Ну, как будто бы, если мы сегодня пробьем 70 тысяч рублей на балансе, уже можно заканчивать видос. Потому что это будет за видос, получается...
Плюс 27 тысяч, но на самом деле звучит-то солидно. Так, давайте еще раз кейс с подарками. 5 штук на 5555 рублей. Так, 6200, отлично, еще 5. Так, тут падает 3300. Ну вот вроде скины неплохие, но качество говна упало. Давайте продадим, откроем еще 5 штук также быстренько. Так, 7000, ну уже получше. Вот говорю, вот хочется очень пробить 70 кусков. Можно вот это число пробить, и мы уже успокоимся и уйдем с ГГ-дропчика. 8300, отлично, осталось поднять. Плюс 2300 рублей, но на самом деле вообще ни о чем. Я предлагаю, вот какой кейс мы сегодня еще не открывали, но который я знаю, что хорошо выдает. Тайное можно покрутить. Не то, чтобы он прям всегда меня хорошо окупает, но иногда может прям нормально выдать на 1000, 10, 8. У меня были такие моменты. Давай, родной, выдавай. Но 4000 это плюс, но это маленький плюс. Мне нужен больше. Я хочу хороший плюс, чтобы у меня на валике было уже 70 тысяч. 3400 падает, продаем, еще 5 открываем. Ну, может, что-нибудь выдашь прям? 1500, спасибо. Сука, выдал. Ну, 3500, да нет, что-то тайное вообще не выдает. Ладно, продаем, давайте тронем еще раз 2024, 5 штук на 10 120 рублей. 8800, сука, можно ты мне дашь, ну, 60 тысяч на балике. Но на самом деле, вот ниже 60 тысяч опускаться вообще не хочется, но при этом, сука, хочется 70 тысяч на балансе. Ладно, давайте еще раз карточку вот сюда попробуем. 6400, отлично. Я предлагаю на вот эти вот 2500 рублей поиграть, и если с них не получится раскрутиться до 70 тысяч, то уже заканчивать видос получается в плюсе на 17 тысяч рублей, а это тоже на самом деле неплохой будет результат. То давайте сейчас тройнем магический, я думаю, если что, на 400 рублей он выдаст. Так, 2400, 2400 и еще 4800, какая же ты умница. Пацаны, нам осталось поднять плюс 600 рублей, и у нас на балике 70 кусков. Я предлагаю фейерверк, 5 штук на 3800, и ты меня сразу окупаешь. 4072, сколько на балансе? Ну, плюс 400 рублей, можно поднять, пожалуйста. 4800. На балансе 70 536 рублей, и мы смогли раскрутиться с этих 2500 рублей до 70 кусков. И вот на этой прекраснейшей ноте мы будем заканчивать видос. Подняли плюс 27 кусков, я считаю, это максимально солидный результат. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про SP-поинты, марафон, барабан бонусов, бонусы, короче, халявы на сайте дохрена. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за видос, где мы пооткрывали дохрена дорогих кейсов, вышли в плюс почти на 30, мать его, тысяч. Ну, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.